Значит, тема наша – социальное развитие. Социальное развитие. Вопросы, которые здесь полезно разобрать, такие. Первый. Понятие развития в применении к обществу. Понятие развития в применении к обществу. То есть общественное развитие нас интересует. Второй. Противоречие и борьба противоположностей. Противоречие и борьба противоположностей как источник общественного развития. Как источник общественного развития. Третий. Прогресс как главная тенденция в общественном развитии. Прогресс как главная тенденция в общественном развитии. И четвертый. Критерии общественного прогресса. Критерии общественного прогресса. Итак, общественное бытие. Что такое общественное бытие, кстати сказать? Вы уяснили, что такое общественное бытие? Не, не уяснили? Не выясняли? Общественное бытие, можно сказать, что, значит, вся материальная жизнь общества, скажем, весь способ производства, или иногда понимают уже лишь как общественные отношения. Но общественные отношения, они есть в способе производства, как момент, значит, этого способа производства. Противоположности существуют в единстве, составляют противоречие единое, и поэтому являются моментами целого, да? Поэтому они противоположности чего-то одного, противоположности какого-то целого. Спрашивается, да какое противоречие это имеется в виду, когда мы говорим, что противоречие – источник общественного развития. Какое противоречие мы имеем в виду? Имеется в виду противоречие между двумя основными классами общества. Двумя основными классами общества. Какими двумя основными классами общества? Это, во-первых, господствующий класс, во-вторых, подчиненные классы. Из истории вы знаете, что, значит, существовали в древнем рабовладельческом обществе рабы и рабовладельцы, в феодальном – феодалы и крестьяне, в капиталистическом – значит, капиталисты и рабочие, и даже в коммунистическом существовали отпечатки классовых отношений. И в этом смысле отпечатки классов. Но, как оказалось, отпечатки эти были довольно сильные, ими не занимались, и развитие этого противоречия привело к тому, что эти отпечатки перевернули общество. Поэтому, значит, это не простые отпечатки, они требуют, значит, такого пристального внимания, исследования. И мы эти вопросы и просматриваем. Значит, эти противоположные стороны являются объективными моментами общества. Объективными моментами общества. Поэтому их нельзя уничтожить. И одну из них нельзя уничтожить. Она объективно есть. Она необходима. Поэтому они друг без друга не существуют. Более того, они обе заинтересованы в том, чтобы общество было. Почему? Потому что
Они оба заинтересованы в производстве. Человек есть производящий человек. Общество базируется на производстве и на экономике. Производство – это что такое? Создание материальных благ. Ну, конечно, этот момент, он есть, создание материальных благ. И он присутствует как цель производства, да? Но все-таки, чтобы определить само производство, здесь нужен более такой целый, более широкий и широкий взгляд. Другие определения есть? Может быть, процесс присвоения предметов природы. Дальше. На основе определенной общественной формы и при помощи ее. Значит, это всем понятно, что мало того, что производство организуется на какой-то определенной общественной форме, но оно еще организуется при помощи данной этой формы. И оно, это производство, исключает, отрицает другие формы производства. Но оно отрицает их так, что, ну, не вполне может отрицать. Например, скажем, при нынешнем современном буржуазном производстве некоторые граждане пытаются организовать производство при помощи рабовладения. Слышали вы такие факты? Слышали. Но все-таки современная форма, она отрицает рабовладение. И рано или поздно, значит, таких остроумных людей находят и исключают из общества, сажают их в тюрьму. И правильно делают. Значит, а вот как разрешить противоречия, да? Это большая научная проблема. И, скажем, раньше в рабовладении, в феодализме эта проблема не ставилась, она не была проблемой. Это было неизвестно. В современном обществе это есть проблема, она ставится, предлагаются решения этой проблемы. И, в общем, грамотные люди, наука, они знают, как, значит, решить эту проблему. Или, если не знают, как решить эту проблему, значит, эта проблема решается стихийно. И мы с вами видим, что кое-где, даже вроде в таких развитых обществах, как Украина, да, проблемы решаются стихийно. А эта стихия направляется извне, помогается извне, раздувается извне, усиливается извне и, в общем, приходит к таким очень ужасных формам. Но, с другой стороны, когда, значит, господствующий класс осознает вот эту противоречивость, знает ее, он готов более эффективно действовать, воздействовать на процесс производства и добиваться более активных и более эффективных результатов. Значит, сегодня существует не только теоретическое разрешение проблем, но и опыт разрешения этих проблем, который особенно богат в нашей стране. Почему? Потому что в нашей стране разрешение проблемы, значит, господства классов, эксплуатации классов решалось весь 20 век, и в конце 20 века пришла на исходные позиции. Как это отразилось на нашем обществе, я потом еще расскажу. Но и в других странах, и в мировом процессе в целом, значит, все идет примерно так же, все повторяется примерно так же. И вам, историкам, я думаю, известно это лучше, чем кому бы то ни было. Например, мы можем этот опыт проследить на разрешении противоречий между феодализмом и феодалами, как господствующим классом, и буржуа, молодой буржуазией европейской, значит, 16-17 века, вот в этих развитых европейских странах. Вы, наверное, уже поизучали эпоху Реформации, поизучали переворот Лютера, Мартина Лютера, протестантизм. Поизучали, не? Да. Значит, с чего начинается весь этот переворот? С осознания Лютером, что вот эта форма церковной идеологии, католической, она настолько обветшала, она настолько прогнила, она настолько стала фальшивой,
что гражданам она не только непонятна, но и противна. Поэтому он выступил против католической церкви, против католического мировоззрения, против католических трактовок Библии и, собственно говоря, произвел переворот, или революцию, если хотите, или, как это называют, реформацию, значит, в духовном мире Европы. За ним последовала масса идеологов, политиков в Германии, в Швейцарии, а потом во Франции, потом в других странах, в том числе в Англии. Значит, и произошла такая духовная революция. Но за духовной революцией следовала и материальная революция, буржуазная революция. Когда произошла первая буржуазная революция это в Европе? 1789 году. Неправильно. А когда? И это очень неправильно. Кромвель. Кромвель неправильно, но уже менее неправильно. В Нидерландах, конечно. В каком году? Да. Значит, вот историки, значит, они должны очень хорошо чувствовать даты, да? Плавать в датах, как рыба в воде. Почему? Потому что даты, они дают ориентиры. Ну и вот такого рода даты, это фундаментальная вещь. Значит, первая буржуазная революция произошла в Нидерландах в 1555 году. Об этом есть исследование, кстати, ленинградского нашего историка. Что-то выпал сейчас из памяти. Значит, об этой революции. В 555 году. Вторая вот была английская в 1640-х годах, то есть спустя почти столетие. То есть долго шел этот процесс. Целое столетие понадобилось, чтобы такие же события созрели в Англии, и там произошло примерно то же самое. Причем сама эта революция в Англии началась, значит, в 40-х, а закончилась в 1689-м, ну, считай, в 90-м. Почти 50 лет закончилась так называемой славной революцией, да, 1689 года. Значит, теперь проходит почти 100 лет с английской революции, не 100 лет, больше, 150 почти лет со времени английской революции. Вот тогда произошла французская революция, началась в 1789 году и продолжалась, ну, довольно длительное время, но все-таки относительно короткое. Значит, с приходом Наполеона, который ее прекратил фактически насильственно, значит, революция вроде закончилась. Хотя отголоски потом ее еще продолжались там до 30-го года. Значит, это длительные исторические процессы борьбы одного класса с другим. Причем возникает то победы, то отступление, то победы, то отступление. Но в целом прогресс, в целом развитие, оно осуществляется. Какое развитие? Развитие осуществляется за счет развития производительной силы труда. Движителем всего процесса, основой всего процесса является развитие производительных сил. Производительной силы труда. Причем это закон, который идет на протяжении всего исторического времени. Другое дело, что он идет неравномерно, значит, с приливами и отливами, но он и определяет все движение. И если появились новые производительные силы, то есть новые станки, новая техника и новые люди, которые на них работают, и новые организаторы, то они через некоторое время, может быть, даже через большое, но победят. Они преобразуют производство, они сделают более эффективное производство, и менее эффективное оно так или иначе разорится. И люди будут его представлять менее развитые и менее продвинутые. Теперь, значит, вот великая французская революция. Но сам процесс борьбы классов, само развитие буржуазного общества и буржуазных классов остановились на французской революции? Нет, конечно.
они потом продолжались. Причем, скажем, 1848 год, это год многих революций в Европе, в том числе во Франции, в Германии, в Австрии, в других странах. То есть целый вал пошел, когда буржуазия созрела и смогла оказывать помощь соседним, значит, странам, да, воздействовать на другие страны, то вот это развитие буржуазного класса и преодоление феодализма, они пошли более быстрыми темпами. И в основном, вот к 1948 году, в основном к 1948 году, эти преобразования были в Европе, по крайней мере, в развитой Европе, были завершены. Несколько отставала Россия, но в России это и было время таких напряженных поисков, напряженных исканий, напряженной борьбы общественной, в которой принимали в том числе, значит, выдающиеся наши деятели, писатели, политики, ученые, такие как Герцен, Белинский, Достоевский. Достоевский с товарищами чуть жизнью не поплатился в это время. Значит, помните вы эту его историю с эшафотом. Но в 1861 году преобразование, которое заканчивало феодальный период в экономике, оно было произведено. Были произведены реформы Александра II, значит, и отмена крепостного права. Почему? Потому что феодалы все не могли больше эффективно производить. Потеряли, значит, контроль, потеряли чувство развития производства. А буржуазное, капиталистическое, машинное производство, оно только набирало силу. Это время промышленной революции. Вот даже в наше время, хотя много нам рассказывали о, значит, технике, о производстве, как-то вот о промышленной революции рассказывали мало. А мне кажется, что сейчас вообще не рассказывают. А ведь это очень важная, значит, основа развития производства и общественной жизни в Европе XIX века. Когда началась вот эта первая промышленная революция? Это? И где? В Англии. В Англии. Когда? 16 век. Нет. 18 век, примерно 30-е годы. 18 век, примерно последние 30 лет, да? Да, значит, в чем смысл этой революции? Смысл этой революции в том, что за 18 век было изобретено много рабочих машин. То есть ткацкие станки новые, предельные станки новые, другие некоторые станки новые. А в около 1770 года Уатт изобрел паровой двигатель, который можно было соединить вот с этими рабочими машинами, и получается новая производительная сила – фабрика. И когда фабрика начала, значит, производить эти мануфактуры и прочее, то весь ручной труд, или там с прялками, там и с ручными ткацкими станками, он моментально обесценился, моментально разорился за какие-нибудь 10-15 лет в Англии. И в Англии вот эта революция, она и продолжалась тут вот последние десятилетия 18-го, и первые десятилетия, значит, 20 века. Первые десятилетия 19 века. Но соседи-то видят все это дело, перенимают этот опыт, в том числе, скажем, и в России. Вот. Поэтому она начала распространяться, в том числе во Франции, прежде всего, как у основного соперника Англии тогда. Значит, затем и в России. И вот на этой волне, значит, промышленной революции крепостничество, оно, конечно, выглядело таким реакционным, ненужным, лишним, неэффективным, громоздким там, и так далее, что сами уже феодалы, помещики, крепостники поняли, что они не могут удержать свою власть, не могут удержать свою экономическую мощь и вынуждены, значит, от части, по крайней мере, земель отказаться. И тут надо сказать, что вот в это время зарождается так называемая идея модернизации. И вы знаете, что сегодня, значит, с модернизацией очень много возится. А модернизации, ну, лет 10 уже все трезвонит, модернизация, нужна модернизация. Это трезвонит очень сильно. А началось это еще в 80-х годах
значит, 20 века, в перестройку, что вот России нужна модернизация. А наш с Михаилом Васильевичем учитель, один из учителей, Елемеев Василий Яковлевич, профессор экономического факультета, значит, объяснял тогда, что под модернизацией модернизаторы понимают капитализацию, то есть переход к капиталистическому обществу. Они считают, что современное общество – это капиталистическое общество. Ну а недавно мы опубликовали книгу, посвященную модернизации России, где объясняем, что модернизации бывают двух типов. Первое. Модернизация на собственной основе. Что значит модернизация на собственной основе? Это значит, что у страны, у государства, у общества есть наука, есть развитая техника и технологии, и они могут новые образцы техники вырабатывать сами и модернизировать свое производство. Но есть второе понимание и второй путь модернизации, а именно, модернизируют другие страны. И вот Англия, она и занималась в 19 веке и еще в начале 20 века модернизацией других стран. Что значит модернизация других стран? Это значит, что в эти страны везут чужую новую технику. А какую новую технику? А ту новую технику, которая у них была новой, но они уже создали новые образцы, а старые о них хотят поделиться. Значит, те страны берут эту новую технику, а получается, что она у них старая. И таким образом у них уровень производства, значит, сохраняется, консервируется, а не модернизируется. На самом деле происходит консервация, значит, экономики других стран. И вот, это, вот эту петрушку и сыграли нынче с Россией. Тоже модернизировали. И что вы модернизируете? Вы модернизируете, значит, вчерашним днем. Тогда как Россия, как вторая научно-техническая держава, имела все основы для собственной модернизации. Модернизации на собственной основе. Но борьба, значит, новой буржуазии за свое господство была такой острой, что им наплевать было на собственное производство, наплевать было на собственную науку. Им нужно было привезти, значит, откуда угодно технику, замылить сознание людей, что вот они модернизируют, лишь бы удержаться в власти и протащить вот эти вот свои идеи. В результате, как говорят некоторые товарищи, мы живем в постиндустриальном обществе. Что раньше у нас была мощная индустрия, теперь у нас нету мощной индустрии. Но последние годы, худо-бедно, вроде правительство занялось все-таки немножко промышленностью, военной сферой сначала, потом промышленностью, и сейчас вроде бы эти вопросы, значит, каким-то образом подтягиваются. Значит, модернизация и развитие осуществляются через конкурентную борьбу. В капиталистическом обществе через острейшую конкуренцию. В этой конкуренции выживают сильнейшие. И кризис – это показатель и способ обновления современного производства. Что такое кризис? Обновление капитала. Кризис – это форма обновления капитала при капитализме. Сейчас я поясню. Так, кризис. Все знают, что такое кризис? Проблема такая. Да-да, проблема-то точно. Кризис – это неспособность разрешить обострившееся противоречие при данных условиях. Кризис – это неспособность, значит, разрешить обострившееся противоречие при данных условиях. Как его разрешить? Надо изменить какие-то условия. Да? Какой кризис? Среднего возраста. Да, вот бывает кризис среднего возраста. Но мы-то и ведем речь об экономическом, производственном кризисе. Смотря какой кризис, что в нем, значит, кризисного, там мы и ищем проблемы разрешения его. Там мы хотим изменить условия, чтобы разрешить кризис. Экономические кризисы, в чем их обострение?
Это обострение противоречия, как правило, между спросом и предложением. То есть предложение большое, а спрос незначительный. О, кстати, сейчас, да? То есть народ бережет деньги. Доллары подорожали, народ бережет деньги. Спрос падает. Вот, да, цены растут, и поэтому спрос падает. Но раз спрос падает, раз производству нет заявки, производство тормозится. И так это будет продолжаться, если не изменить условия. Ну и мы видим, что, значит, Путин, Медведев ездят, значит, убеждают, что не надо, надо помогать разного рода потребителям с тем, чтобы поддерживать спрос, поддерживать интерес производства. Но, значит, вообще кризис – это способ обновления производства. Почему? Потому что умные капиталисты, они уже о кризисе знают, хотя бы из того же Карла Маркса. Они знают, что примерно через 10 лет будет очередной кризис. Поэтому к этому времени накапливают, значит, амортизационные средства, к этому времени сбрасывают по дешевке старую устаревшую технику, значит, своим конкурентам внутри страны или на международном рынке. И когда разражается кризис, они от старой техники освобождаются, а накопленные средства приобретают новую технику. На этой новой, более производительной технике они могут создавать более дешевые по цене товары и по более низкой цене их продавать. У них обеспечен спрос. А мелкие предприниматели, мелкий бизнес, они видят, что по дешевке им продают технику, не понимая, что она устаревшая, хватают эту технику, пытаются организовать производство, через некоторое время разоряются, и на этом все заканчивается. И государство опять шумит. Надо помочь мелкому и среднему бизнесу. Давайте поможем мелкому и среднему бизнесу. Но мелкий и средний бизнес, ему не поможешь. Почему? Потому что условия производства его все время разоряют. Сколько его не поддерживает, условия сами его разоряют. Почему? Потому что выживает и определяет производство, крупное производство, крупное промышленное производство. И даже сельское хозяйство теперь, оно определяется крупными агрохолдингами, а не фермерами. Вот, скажем, Ельцин, Гайдар, Чубайс много шумели о фермерах. Давайте поможем, разведем фермера русского. Где они, фермеры? Да. Нету фермеров. Почему? Потому что мелкого фермера и в мире-то уже не осталось. Везде сельское производство курируется государством, значит, финансируется и субсидируется в значительной мере, в несколько раз больше, чем в России, государством, курируется наукой, курируется промышленностью и развивается вместе с наукой и промышленностью. А если вы хотите какого-нибудь одного фермера где-нибудь запустить, ничего он вам не сделает. Потому что ему нужны современные средства производства, современные трактора, современные анализаторы качества, значит, из исходных материалов, из конечных товаров. Где он это все возьмет? Откуда у него такие способности и знания? Это может сделать только коллективный труд. Поэтому правильно, наконец, взяли сейчас ориентацию на создание крупных агрохолдингов. И, скажем, построили под Ростовом-на-Дону завод на 1500 голов свиней. О, на 150 тысяч голов свиней. Вот это сельское хозяйство. А что там один фермер делает? Ничего там он не сделает. Поэтому и политика государств по отношению, значит, к развитию, она может носить разный характер. И тут мы сталкиваемся с вами с проблемой прогресса общественного. Что в развитии, да, есть противоположные стороны. Новое пробивает дорогу через борьбу со старым. Старое-то оно просто так сдает свои позиции. Говорит, ладно, я отступаю. Нет, оно не так просто сдает свои позиции.
Оно борется за свое существование, отстаивает себя. Значит, пытается новое, молодое, прогрессивное, значит, смести в сторону заранее. Поэтому идет напряженная борьба всегда нового со старым. Так вот, прогресс – это такое новое развитие, которое совпадает с общественным развитием в целом. Это такая политика, которая совпадает с развитием общества. Та же тенденция, которая действует против развития общества, это или консервативная тенденция, консервирует современное положение, современное состояние, или реакционная, то есть пытается продвигнуть нас или нас, общество, назад. Причем странно, что и в 20 веке мы сталкиваемся с реакционными, значит, политиками и с реакционными движениями. Например, целая волна перед вами, значит, таких реакционных движений на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Значит, некоторые товарищи, не понимая сути развития, не понимая сути прогресса, не понимая, что такое революция, значит, говорят, что это революция. И даже вроде серьезные люди, вот революция там в Египте, вот там революция в Ливии, вот там революция на Украине. Почти вся пресса и телевидение этим завалены. Но, дорогие товарищи, ну, революция – это что такое? Смена общественного строя. Да, можно и так сказать, что революция – это смена общественного строя. Это переворот в экономическом и политическом строе общества. Это переворот в основах жизни. Спрашивается, где, в какой стране произошла смена общественного строя? Что в Ливии произошла смена общественного строя? Нет. Как был капитализм, так он остался. В Египте произошла смена строя? Нет, как был, так и остался. В Украине произошла смена строя? Ничего подобного. Значит, произошла смена группировок правящих на Украине. Одна группировка выгнала другую. Как до этого, та выгнала эту. Вот и все. А в Ливии-то там просто реакционный переворот. То есть какие-то полуфеодальные силы захотели вернуть Ливию назад. Феодализм. Но он невозможен. Почему? Потому что сейчас феодализм – это мелкое крестьянство, основа экономическая, да? Мелкое крестьянство сейчас невозможно, поэтому это реакционная утопия и реакционный переворот. Значит, уже вот из этого краткого, значит, перечня, я думаю, что вы хорошо себе понимаете, что, значит, прогресс, он находится где-то совершенно в другой, значит, в другой сфере, да? А это в лучшем случае, значит, ну, качание из одного плохого в другое плохое. Ни о каких революциях здесь речи быть не может. И в этом смысле, значит, интересен вопрос о том, что за события были в 89-91 году в СССР. В СССР произошла смена строя общественного. Поэтому некоторые товарищи называют это революцией. Но революция ли это? Революция ли это? Да, вот вопрос. Революция? Нет. А почему нет? Конечно, в обратную. А раз в обратную, это значит не революция. Почему? Потому что революция, она имеет все-таки позитивный оттенок. Революция – это не просто переход к новому общественному строю, а к новому прогрессивному общественному строю. Да? А что значит прогрессивному? Прогрессивному – это значит, что больший круг населения получает материальные выгоды от совершенного переворота. И, скажем, когда победила буржуазия, то более широкие классы, социальные слои получили свободу, более широкий круг материальных благ, значит, получили какие-то выгоды.
выгодополучателей было много. Скажем, тем более, когда совершилась социалистическая революция 17-го года. Да? Рабочие получили фабрики, крестьяне, землю. Значит, жизнь через 10-15 лет улучшила еще основную массу населения. Товарищи почувствовали, что да, вот изменения коснулись широкого круга людей. А в 91-м? Кто выгодополучатели? Олигархи. Олигархи и, значит, некоторые сопутствующие слои, относительно небольшие. А основная эта масса народу в 91-м сразу рухнула, когда сбережения были обнулены людей. Скажем, накопили бабушки там на смерть, 2-3, да, похоронные у всякой бабушки были. Вот, или накопили там, скажем, пенсионеры 5-10 тысяч на черный день. И у них эти 5-10 тысяч сразу в течение одного 92-го года обнулили. Отобрали, считай. Сразу все почувствовали. Теперь, по одному тому, что сократилась длительность жизни резко и стало вымирать население России впервые, значит, с 17 века. Вымирать. Причем некоторые годы по 1 миллиону человек в год. От чего оно вымирает? От того, что оно не доедает, не работает, нервничает. Там убийства, пропажи без вести людей десятками тысяч и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, небольшая кучка благополучателей, а с другой стороны, значит, масса обездоленных людей. Поэтому какая революция? Никакая это не революция. Это самый настоящий регресс, это самая настоящая контрреволюция. Значит, и когда мы задаемся вопросом, как действует правительство по отношению, значит, к прогрессу или регрессу, значит, то можем на это получить довольно простой ответ. Во всяком случае, я нашел образ. Который хорошо эту мысль выражает, мне кажется. Значит, вот она линия развития, развития общества. И правительство может действовать по отношению к развитию трояким образом. Оно может действовать в направлении развития. И если объективное развитие, значит, идет в эту сторону, и правительство ему помогает, я думаю, нетрудно сделать вывод, что в таком случае экономика и общество бурно развиваются. Да, ясно это? Да, я тоже думаю, что ясно. Наоборот, если правительство действует против тенденции развития, против естественного развития экономики, то, наверное, оно не помогает развитию, а, наверное, оно развитие тормозит. Что? А почему революция всегда прогресс? Прогрессивные революции кончились французской. После этого ни одной хорошей не было. Знаете, тогда это были не революции. Революция, она носит позитивный характер. Поэтому, ну вот, всегда в культурной среде и в научной среде 19-20 века революция, она всегда вспоминается и мыслится как позитивное движение, как прогрессивное движение. Поэтому, когда Станислав Говорухин говорит «великая криминальная революция», то это противоречие в определении. Не может быть революция криминальной. Революция – это прогрессивное явление. Оно, потому что оно помогает обществу развиваться. Потому что накапливаются такие противоречия, да, которые могут быть разрешены, сняты только революцией, как в природном мире, так и в общественном. Это закон жизни. Значит, поэтому, когда правительство действует против развития, против прогресса, оно замедляет экономику. Теперь, правительство может действовать как-то вбок, не помогает, не действует против, а как-то вбок. Тогда понятно, что
Ну, более-менее консервируется данное состояние, которое в конце концов, так или иначе, но вредно обществу. Ну и теперь, с точки зрения этой схемы, можно посмотреть, когда наше общество, экономика и общество стремительно развивались, когда наша экономика и общество тормозились, когда наша экономика и общество двигались назад. Так, ну, когда вперед-то развивались? Я имею в виду в 20 веке. При Савдепии, конечно. Значит, когда? Почему? Потому что Савдепия открыла простор развитию производительных сил. Соединила, значит, рабочих с культурной революцией и с техникой. Со всеобщим образованием и с техникой. И экономика начала бурно развиваться. И правительство доложило в 26-м году, через 9 лет после революции, экономика 1913 года восстановлена. То есть сначала разрушили, да. А потом восстановили. Сначала была война мировая, потом гражданская, экономика разрушилась. Но за 9 лет ее восстановили. И это, я считаю, замечательный результат. Теперь, после войны восстановили, в общем, за 4-5 лет. А что нынче происходит с экономикой? Или произошло, вернее сказать, с экономикой? Я вам доложу. В 2001 году Владимир Владимирович Путин подтвердил мой анализ, который я сделал там году в 97-м или 8-м. Я говорил, экономика России составляет от экономики РСФСР половину. И в какой-то одной из речей 2001 года Путин говорит, ну у нас сейчас примерно половина от экономики РСФСР. А что значит половина от экономики РСФСР? А это значит вот что. Есть такой, был такой выдающийся экономист советский, председатель Госплана СССР Николай Александрович Вознесенский. Сталинский любимец и такой ученый муж. Он в 1947 году написал очень интересную книгу, я вам рекомендую ее почитать. «Военная экономика СССР в годы войны». «Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны». И он там приходит интересную цифру, что в 43-м году, самым бедственным, экономика СССР составляла 77% от экономики СССР. То есть была разрушена Гитлером на 23%, делаю я вывод. На 23%. Значит, а Путин нам говорит, что Ельцин разрушил экономику на 50%. Не надо сложных умозаключений делать, да, чтобы понять, что страшно говорить. Поэтому вымирали миллионы и сотни тысяч людей в эти 20 лет. И вот нам доложили в начале года, что наконец вроде начался рост населения в Российской Федерации. Извините, Виктор Иванович, я на лекции, и скоро еду туда, на Очаково. Хорошо, ладно, пока. Да. Значит, так вот, когда Сталин и Ленин-то руководили этим процессом, рост экономики был 15, 20 и в каком-то году 25%. Сейчас сколько в этом году? Да, ну про этот год не будем говорить, сейчас вообще спад. Спад будет в этом году. А в прошлом какой был рост экономики?
Да, вот, 1 и 3. А был 15, 20 и 25. Почему? Потому что совпадало направление общественного развития и соответствующая политика. Таким образом, кто вел дела? Брежнев. В бок. Да, Брежнев. Вот. Поэтому неправильно названо застой. Мне кажется, это неправильно. Я в 86-м году приехал в Мурманск, в город Мурманск, где я провел молодость в середине 60-х годов. Вот. В 88-м это было не узнать. Он перестроенный новый город. Большой новый город, красивый. Поэтому никакого там застоя не было. Новые корабли большие. Большие морозильные рыболовные траулеры. Я ходил на маленьких траулеришках, а это мощные такие корабли. Поэтому неправильно застой. Было развитие, но все-таки. Значит, ну а так кто руководил? Значит, Хрущеву так не давали еще. Почему? Потому что партия, она имела инерцию сталинскую еще и влияние на него. Поэтому так он не мог руководить. Он мог руководить вот так. Да? То есть, на самом деле, движение уже сюда, но все-таки не вполне. Вот. Пытался что-то сделать в эту сторону Андропов. Но такими чисто внешними вещами, вроде давай дисциплину, давай там арестуем, кто ходит в рабочее время в кино, там и другие глупости. Ну и понятно, что здесь она начала серьезно тормозиться, а здесь она просто рухнула. Так что вопрос о прогрессе и о прогрессивной политике и о прогрессивном развитии, о борьбе прогрессивных сил против реакционных и наоборот, это очень важный глубокий вопрос. Причем насколько он был вывернут наизнанку в годы перестройки, я вам сейчас расскажу по собственному опыту. Значит, тогда руководил идеологией член Политбюро ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев, друг и соратник Горбачева. И вот он так настроил средства массовой информации, что они начали говорить, что, значит, коммунисты, члены партии, это вот консерваторы, а, значит, те, кто за рынок, за модернизацию, те вот прогрессисты. То есть, как бы перевернулось общественное сознание, да? Те, кто способствовал реальному общественному прогрессу и боролся за общественный прогресс, те вроде как в общественном сознании теперь консерваторы или даже реакционеры. А те, кто ведет нас к 17-му году, а он потом так и сказал, что мы пришли в 17-й год, по завершении перестройки. Вернулись в 17-й год по завершении перестройки. Значит, те вдруг прогрессисты. С какой, кстати? Вы и есть консерваторы и реакционеры. Вы вернули нас в состояние между февралем 17-го и октябрем 17-го года. Вот Россия в таком состоянии пребывала, общественном, вот именно в те месяцы. Поэтому и состояние вот такое ее сейчас неуверенное, неустойчивое. Все страхи. Да, а Украина, она нам только показывает возможные варианты развития событий. У нас-то ведь товарищи, которые хотели бы сделать оранжевую или майданную революцию, ведь тоже есть. И они просто сейчас чувствуют свою слабость, не выступают сильно. Но не район сейчас все выступит. Да, ну и, конечно, в этой связи я понимаю и разделяю, значит, сомнения товарища, что здесь нужны критерии. В чем критерии прогресса? Каковы критерии прогресса? Как мы можем убедиться, что да, действительно, мы стоим за прогресс, за прогрессивное развитие нашей России, российской экономики, российского общества? И вопрос этот вообще-то непростой. Непростой. Значит, правда, многие ответы на него мы знаем, да? Гегелевский мы знаем.
Какой? Гегелевский? В чем прогресс? В развитии свободы. В развитии сознания свободы. Ну, а сознание раз, значит и свобода. Причем свобода есть осознанная необходимость. Да? И это хороший критерий. Конечно, чем больше культурных людей, значит, тем общество развитие, прогрессивное, с развитым сознанием, образованных. Значит, очень хорошо. Но в СССР было много грамотных, образованных людей. Было 26 миллионов человек с высшим образованием. Было 2,5 миллиона рабочих с высшим образованием. И у социологов была дискуссия, нужно ли высшее образование рабочему. И многие говорили, отстаивали точку зрения товарища профессора, мы тратим народные деньги, государство их образует, а они потом идут рабочими, вроде как деньги пропадают. Я отстаивал другую точку зрения. Я говорил, что, значит, очень хорошо, что товарищи получили высшее образование, а работают рабочими. Они на своем рабочем месте имеют более широкий кругозор. Подготовку, которая может им помочь усовершенствовать производительные силы, и товарищам рабочим, которые рядом работают, они могут помочь в осмыслении проблемы, в совершенствовании станков, там, приборов и так далее. Поэтому это очень хорошее дело. И когда мы в начале 21 века узнаем, что Япония ставит вопрос о всеобщем высшем образовании, мы понимаем, что, конечно, это тот путь, по которому пойдет человечество. Ну, конечно, всем нужно высшее образование, кто хочет и способен. Лентяям, бездельникам не надо высшее образование, если не хочет учиться. Зачем ему высшее образование? Не надо. А уж кто хочет, всем надо дать высшее образование. Учитесь на здоровье. Причем ощущение у меня, что вот со всеобщим материальным достатком, с изобилием, в общем-то, нынче товаров и вещей первой необходимости, уже скоро будет опасность, что люди не захотят учиться. То есть ты им будешь предлагать, а они скажут, не хочу учиться. То есть проблемы, я боюсь, скоро будет, как заинтересовать учиться, как заинтересовать учебой людей. Поэтому уж коль хотят учиться, конечно, пусть все учатся. И правильно делают страны, которые потихонечку к этому готовятся и переходят. Теперь второй критерий. Тоже я вам называл, в 18 веке рожден, Гердером, да? Гердер как говорит, в чем прогресс развития, цель человеческого развития? В человечности, да? Что? Вот человечность развивается, и критерий – человечность, то есть то общество прогрессивное, в котором вот эта человечность развита. Но человечность – это не значит там всепрощенчество, вседозволенность, там еще что-то такое, да? Но человечность – это высокие культурные отношения между людьми, гуманные, морально возвышенные. И в этом смысле, скажем, вот сейчас Марк Захаров в Ленкоме ставит пьесу по Венедиктову и говорит, ну вот у нас в пьесе будет мат, ну вот как-то мы не можем без него обойтись. Иначе как бы мы предаем автора. Я думаю, вот это да. Значит, что он нас, зрителей, предает, это ему наплевать. Мы, зрители, привыкли видеть в театре культуру. Высокое, возвышенное. А тут нас предупреждают, что будет мат. Во где бесчеловечность-то. Причем, ладно, там какой-нибудь выдающийся писатель, я понимаю, призванный, а то там этот пьяница Ерофеев. Да, в Маяковку я захожу. В Маяковскую вы заходите? Не заходите в Маяковскую библиотеку? Городская студенческая библиотека. Да, и вот там выставка «Новые поступления». Смотрю, Ерофеев. Что ж это... Они предлагают. Открываю на первой странице мат. Сразу. Я подхожу, значит, к библиотекарю. Я говорю, это вы студентам предлагаете? Я говорю, вы своим детям предложите. Пусть они читают.
Значит, ну, конечно, многие предлагают в качестве критерия развитие культуры и ценностей. Это сейчас очень модная тема в философских исследованиях, выставляется. Ну и, конечно, культура, ценность – это, значит, критерий, один из критериев прогресса. Это очень важно, слава Богу, что культура развивается. И, значит, российская культура в этом смысле, мне кажется, очень богатая и развивается нынче весьма интенсивно и самостоятельно. Но все-таки думаю, что культура, она производная. Производная от производства. Культурой занимаются люди, которые решили свои материальные задачи, отдохнули. И теперь им хочется позаниматься чем-то возвышенным. Культурой, ценностями, там, кино, театром и так далее. Поэтому культура – это один из критериев, может быть, прогресса. Но, думаю, по крайней мере, не фундаментальный. Ну и, наконец, некоторые товарищи вслед за Владимировичем Лениным выставляют в качестве критерия прогресса производительность труда. И я начал с чего? Что прогресс, развитие общества и прогресс, они обусловлены развитием производительной силы человека, производительной силы труда, которая увеличивается, развивается, как закон. Каждую эпоху, каждое десятилетие производительные силы труда увеличиваются, развиваются. Там, за счет конкуренции, за счет вражды, за счет сотрудничества, за счет науки, других каких-то вопросов. Но она развивается. Теперь, если производительность труда развивается, чем это оборачивается для членов общества? Это оборачивается тем, что единица продукции, да, единица товара дешевеет. Ее стоимость становится меньше, раз она легче делается, проще делается. Значит, цены должны уменьшаться. Раз стоимость уменьшается, значит, цены должны уменьшаться. Значит, товары должны дешеветь. И мы видим эту тенденцию дешевения товаров. Некоторые товары действительно дешевеют. В том числе, вы видите хорошо на компьютерах, на телефонах там и так далее. Но многие-то товары не дешевеют, а и даже наоборот. Почему, спрашивается? А потому что в силу противоречивости нашего общества, в силу противоположных классов, есть классы, которые заинтересованы, значит, в том, чтобы цены повышались, чтобы цены держать, чтобы их увеличивать. И если министр Голикова докладывает нам, что цена лекарства от границы до Москвы за расстояние, за время от границы до Москвы увеличивается в 5 раз, то есть на 500%, то уж я не знаю, что и делать. 500%, 5 раз. И говорю, да, вот увеличивается. Так вы что-нибудь делаете, чтобы оно не увеличивалось? А что надо делать? Делать надо простую вещь. Разорвать эту цепь спекулянтов, которые, передавая, перепродавая друг другу, за это время доводит, значит, цену до пятикратной величины. Это что, очень трудно? Это не трудно, на это есть законы. Так что производительная сила труда. Почему это так? Потому что вместе с техникой, вместе, значит, со станками развивается человек, который на них работает. На развитом станке, на современном станке, может работать только высококультурный, высокоразвитый человек, высокообразованный человек. Кто-нибудь, когда, интересно, вы были в последний раз на заводе, на экскурсии-то? Давно, наверное, а некоторые не были. Да? Гони завод считается? Гони? Нет, нет, это нечто другое. Значит, вот новые станки, типа обрабатывающий центр, да? С одной стороны идет ленточный, как он называется-то, транспортер, по нему идет деталь. Машина берет эту деталь, обрабатывает ее в нескольких плоскостях на нескольких инструментах и на другой транспортер подает готовую деталь. С этой машиной может обращаться только очень развитый, образованный, грамотный рабочий, такой вот, как Сергей Петрович Петров на пролетарском заводе был.
есть грамотный такой работе, я его знаю. Вот. А неграмотный там не может сработать. Да там и интеллигент вроде нас с вами тоже не сможет сработать. Это нужен специалист. Поэтому, значит, производительность труда, она является таким показательным критерием. Ну а чтобы еще в большем масштабе и как бы более наглядным это сделать, представлю вам одну схему, которую я знаю с советских времен. И что интересно, в середине 90-х годов мне попались ЦРУшные материалы, которые эту схему подтвердили за советское время. Значит, схема эта – сравнение развития производительности труда в СССР, ну а я дополнил, и во время в Российской Федерации. Это СССР и Российская Федерация. Так вот, в 1913 году, в самом богатом последнем мирном году царской России, производительность труда в СССР составляла от производительности труда Соединенных Штатов Америки 11%. СССР... В 2013 году? Не СССР, а Российская Федерация в 2013 году. Что-то ну и Российская империя в 2013 году, да. Спасибо за уточнение. Да, ну я думаю, это и так понятно, да, что речь в 2013 году речь идет, конечно, о Российской империи. Я искал перед Первой мировой войной в последнем мирном богатом году. Значит, вот 11%. Это очень мало. Девятая часть. В 9 раз ниже производительность труда. И, в общем, понятно почему. Но, между прочим, если в ВВП России было около 600 тысяч, то у Германии было около 800. То есть не намного больше. Это обуславливается лишь тем, что Америка находилась в континентальной изолированности, не страдала от мощных европейских войн и так далее. Нет, вот это... состояние Америки. Условий тут много, но факт остается таким. Да? Пропорция остается такой. Теперь, в 1926 году, когда закончилось, значит, восстановление экономики, эта пропорция составляла 20%. Значит, почти в два раза выросла производительность труда в России по отношению к Соединенным Штатам Америки. В 1935 году 30%. Значит, смотрите, какие темпы роста. Значит, за почти 20 лет, да, в три раза. 1955 году 55%. Да. И вот в середине 50-х годов мы отставали от США по производству труда, значит, в два раза. Но есть, значит, отдельные цифры по промышленности и сельскому хозяйству. Так вот, надо сказать, что сельское хозяйство отставало от США в 4 раза. Но все равно, в целом картина вот такая. Теперь, в 85-м году 58%. То есть, за вот эти 30 лет хрущевско-брежневских, да, выросла наша производительность по отношению к США только на 3%. И вот это и есть застой. Время есть у нас на месте? Да, есть еще. Значит, чтобы пояснить вам этот момент. Когда Горбачев вступил в должность в 1985 году,
Рост производства был 3,5%. В 1985 году 3,5% роста производства. Это от большой советской экономики 3%. Это был довольно большой кусок. Но что-то он запаниковал. Причем непонятно почему. Скажем, в США в этот период был рост 1,5%. В Англии 1%. В Японии 1%. Где-то там, значит, минусовой был рост. Так что 3,5% в том году, ничего тут страшного не было. Другое дело, что темпы роста постоянно, начиная с 50-го года, снижались. С 55-го года постоянно снижались темпы прироста. Темпы роста. Но 3,5% – это неплохой рост. Поэтому для паники не было там оснований. Это искусственная была паника, искусственный ажиотаж. Значит, ну и тут начинаются вот эти вот сумбурные годы, как-то выпало из моего поля зрения эта проблема. Но потом товарищи студенты подвигли меня, значит, возвратиться к этому вопросу. Начал я возвращаться, ищу материалы, ищу данные, не найти. Причем я заметил, что из учебников по экономике ушла тема производительности труда. Ну, думаю, дела. Мало того, что данных не найдешь, так еще и из учебников изъяли тему производительность труда. Главная тема. Тогда ничего мне не оставалось делать, как рассчитать самому. Я рассчитал, и у меня получилось 13%. Ну, я как-то себе не поверил. Думаю, я не специалист. Думаю, ладно, оставлю эту затею. Но через год, встречаясь с учебником кафедры политэкономии МГУ, и там у них черным по белому. Да, в 1995 году 13%. Теперь это можно по косвенным источникам проверить. Товарищ Путин в 2008 году разработал сначала стратегию развития Российской Федерации до 2020 года, а потом концепцию развития, значит, до 2020 года. И что там по производительности труда, он говорит? Что мы отстаем от США в 4 раза. В 4 раза. Это что значит? Это значит, что 25%, он говорит. Да, вот за эти 8 лет он восстановил в какой-то мере экономику. Ну, восстановил движение, да? Остановил разрушение. И она стала увеличиваться. Поскольку старт очень низкий, значит, она двигалась здесь довольно быстро. Но как ставится задача в этой концепции? Задача ставится: нам до 2020 года нужно увеличить производительность труда в 4 раза. Что значит 4 раза? Да, 4 раза это значит, что мы будем на уровне, значит, Соединенных Штатов. Да? На уровне Соединенных Штатов в 2008 году. В 2020. Да, в 2020. Они-то за это время ведь опять уйдут. Поэтому я говорю, что если вы хотите, значит, не то чтобы перегонять или догонять, а хотя бы на уровне быть, надо ставить задачу в 6 раз увеличивать производительность труда общественного. Ну и Владимир Владимирович в дальнейшем, значит, выступил с программой создать 25 миллионов современных рабочих мест. Если эта задача будет выполнена, то где-то будет, стало быть, решена и эта задача. Но я, откровенно говоря, как-то не очень вижу, где эти растут миллионы рабочих мест. Кое-что делается, да, правильно. Но у меня нет ощущения, что речь идет о 25 миллионах. Ну а последние годы трудные, я думаю, что и вообще, наверное, не до этого пока, не до жиру, быть бы живу. Поскольку действительно на Россию свалилась большая ответственность в связи с Украиной, в связи с политикой Соединенных Штатов Америки на Украине против России. Конечно, это требует средств и по отношению к Украине, и по отношению к Крыму и Севастополю.
И, значит, санкции будут давать, значит, о себе знать очень серьезно. Поэтому я думаю, что в этом смысле нас ждут серьезные времена, но какими бы они серьезными ни были, сознательные, культурные граждане должны стоять, я думаю, вы поняли, на стороне прогресса, содействовать прогрессивному развитию общества с тем, чтобы на этом пути разрешить наши противоречия, проблемы и конфликты. Другого варианта нету. Всякий другой вариант реакционен, разрушителен. Топтание на месте, оно тоже разрушительно. Поэтому вы молодые, энергичные, готовьтесь, чтобы помочь нашему народу просветиться в истории, значит, в историческом опыте, в опыте преодоления России такого рода смут, и наш народ, чтобы вышел на дорогу прогрессивного развития. Смуты такие в России уже были, она их переживала. Первая смута когда была? Начало 17 века. Она продолжалась тогда лет 11-12. Вторая смута? Начало 20-го. 18-го, а что там 18-го? Декабристы немножко выступили, побуянили. Стрельцы вы имеете в виду, что ли? Ну, это тоже немножко. Это верхушечное такое. А в 17-м там была серьезная смута. А вторая серьезная смута – это в начале 20 века. Она же началась-то в 905 году. Да, первая революция – это в 905 году. Она продолжалась 2 года с серьезными военными столкновениями, вооруженными столкновениями. Потом вот эти годы, они тоже очень суровые были. И смутные в этом смысле. Ну, смута в широком смысле в том, о котором о смуте говорит Платон и Аристотель. Да? Они такого рода события называли смутами. Значит, ну и вот эта вот третья великая смута, которая продолжалась у нас тоже, значит, довольно долгое время. Ну вот, вроде бы закончилась, вроде бы успокаивается. Но положение, в котором находится Россия, неустойчивое, рост неустойчивый, и вот даже нынче и спад, поэтому проблемы стоят, дорогие товарищи, и они ждут вас, ждут, что вы, значит, их и теоретически решите, и будете практически участвовать, значит, в их разрешении на деле. Но нам остается помочь вам, если мы что-то можем помочь теоретически, ну и надеяться, что вы все сделаете, а мы уж на старости лет потом отдохнем. Какие есть вопросы? Как? Так вы что, не матросы? Ну ладно, если нет вопросов, то до следующего раза. Счастливо.